Костя, если нет, грубо как посмотришь, ладно? Нажать и держать. Очень рады пополнению материальной технической базы. Дом детского творчества получил 22 новых современных робототехнических конструктора, что в свою очередь позволило нам открыть новую программу для детей от 9 до 13 лет. Робототехника для новичков. Команда, что в свою очередь научит детей программировать, создавать роботов и позволит нам принимать участие разного уровня, краевых, городских и федеральных. Бюджет какой был? Около 600 тысяч. Хватило на все. Что хотим? Ну, смотрю по эмоциям ребятишек, им прям очень нравится, наверное. Очень нравится. Очень нравится. Робототехника сейчас очень востребована. У нас очень большое количество детей занимается в данном объединении. И желающих очень много. Но это достаточно финансово затратное направление и постоянно требующее вложений. Поэтому мы будем очень рады, если нам еще будет оказана такая же замечательная поддержка. А что так медленно? Что медленно? Звук, Саш. Звук для Вовы, что ты уже готов. Давай. Чужого робота не трогай, но поправляй своей команде, своего можно, если забилось. Так, да, и едешь назад. А это все кишит. А это, знаете, возможно, батарейки уже подсели. Если раньше мы занимались с детьми, изучали робототехнику, на таком, ну, я не скажу, что примитивном уровне, но тем не менее не было всех вот этих возможностей, которые появились сейчас. Сейчас у каждого ребенка своя личная корзина с роботом, у каждого ребенка свой планшет, на него установлено программное обеспечение, и каждый ребенок может обучаться, изучать, конструировать роботов, программировать роботов без моей помощи, почти без моей помощи, потому что это все сделано для детей на интуитивно понятном уровне. До себя. Готов, Данил? Все, свет дал. Стоп. Все, у меня так больше. Ну так вы сделаете скорость, чтобы умножить. Скорость надо добавить. Давай. Я тебе сейчас добавлю. Вот и поправьте робота. У нас.